Бам 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 барам барам бам 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 барам барам бам. Ну ладно, чего уж тут. Ну, если да, ну просто большинство нытиков, которые ноют, они как бы, ну, им дай голду, они все равно ничего не сделают. И капец, мне вот этот вообще не нравится, то, что я на ББшках не могу пробить в командирку 2-6-8. А куда мне ему туда стрелять? Мы на одинаковых уровнях, 10-е левела. Почему чела не могу пробить никуда? Наконец, только если прокнет, по факту, и все. Это единственный варик. А так я ничего сделать ему не могу. Это как-то вообще несправедливо. Это как-то вообще несправедливо. Ядрить его за ногу в командирку дал. Крысеныш. Ать? На 7 сотен сюда. Не, так дело в чем заключается? Дело в том, что челямбусы, они ж ноют, типа, что говорят, да вы на голде, там, ту-ту-ту-ту-ту, лупашите, там, мы на ББшках, блин, там, туда-сюда, там, 1000 средухи. Но я просто показываю им, что, чувак, тебе что не дай, тебе какие условия не поставь, ты все равно не сможешь делать нормальную средуху, потому что ты только можешь ныть. И все, это твой максимум. Вот. Они думают, что если нам дай ББшки, ну, понятное дело, что средуха, скорее всего, будет меньше. Хотя на проджике у меня средуха получилась 4750. Я думаю, на голде можно примерно такое же делать. Я не думаю, что на голде будет выше намного. Поэтому... Да, на большинстве танков, наверное, таких как ШТП, у тебя на голде будет больше средуха, чем на ББшках, понятное дело. Вот. Но она будет меньше, не прям настолько сильно, не на 2000 урона. Она будет варьироваться, я думаю, где-то 500 урона примерно, максимум. Вот. Он залетел наконец-то. Я жду, когда ты уже залетишь, бедолага. Потом все подставляется и подставляется. Сервак, я тебя прошу, сделай стрим на Т110 5 на фул боновой оборудке, умоляю, ну не гонор ты. Братан, не спам, пожалуйста, в чате, потому что если ты будешь спамить, ты получишь просто бан. Это я тебе так просто говорю, на всякий случай. Вот. Во-вторых, я буду, если делать на E5 стрим, то я буду делать на боновых оборудке, но на ББшках. Я уже на... Пока не выйдет какая-то новая десятка, я не буду играть на основе, на три отметки, на голде. Потому что, ну блин, я уже наигрался на голде. Я хочу теперь попробовать себя на ББшках. Как я буду играть на ББшках, и как сильно у меня будут какие-то результаты там, да? Вот, и чтобы мне было сложнее. Вот. Всякий самурай, какой модели? Я не знаю, какая модель. Я знаю, что самурай, да, но не знаю, какая модель, я не помню. В 17-м году покупал я его. В 17-м году покупал за 19 тысяч, по-моему, что-то типа того. Вот. Модель не знаю. Ну, блин, мне нормально. Мне зашибись. Меня устраивает вроде как. Хотя мне по факту не с чем сравнивать. Это мое первое кресло. Вот. До этого у меня был просто стул за спинкой. Вот, и все. После стула я сразу взял это кресло, и вот с 17-го года я сижу на этом кресле, и мне по факту не с чем сравнивать, чтобы тебе ответить на этот вопрос. Вот. Как тебе так? Зрители не смогут прийти. Вот. Но я думаю, что если кто-то хочет там... Я думаю, что если кто-то хочет сфоткаться, к примеру, да, подлететь. Но я адрес в телегу кину просто. Если словите где-то, можно будет сфоткаться.
Правда, я не знаю, зачем вам это надо. Вот. Но я могу скинуть адрес, если что, потом в телегу, где мы будем находиться. Где лан будет происходить. Вот. В принципе, все. Да, по поводу того, что я же уезжаю, кто не в курсе, в четверг улетаю на LAN, да, то есть четверг, пятница, суббота, воскресенье, я запущу стрим, может быть, с игры на компе у них, ОБС-ка, скачаю ОБС-ку и, возможно, запущу. Надо завтра подготовиться, блин, настройки фигёки закинуть, вот, ОБС-ки. Короче, дальше. Что еще? Суть заключается в том, что четверг, пятница, суббота, воскресенье, если будут стримы, ну я, наверное, прилечу. Может быть, стрим с отеля запущу чисто так на полчасика, потрендим с вами. Покажу номер там и так далее. Чел пишет в чате, а Денис пишет. Денис пишет, а по ебалу получить не боишься? Братанчик, блин, со мной всегда охрана, понимаешь? О чем может быть речь, если у моей охраны есть охрана? О чем может быть речь, братан? Вот, короче, я все фотки, видосы, кто не в курсе, буду кидать в телегу. Вот, раньше я это делал в Инстаграм, но инсту заблочили, мне впадлу, блин, это VPN постоянно подрубать. Вот, короче, все в телегу буду кидать. Вот, телегу вы можете найти в описании. Это делается 2 секунды. Короче, все фоточки, все видосики, все приколюху, все фотки 18+, тоже буду в телегу кидать. То есть, если хотите, кто-то хочет увидеть мой член, я, ну, все в телегу закину. О. Как-то так. Вот, по поводу стримов. Значит, с телефона попробую запустить. Ну, сначала четверг, наверное, запущу с телефона. Если получится, может быть, где-то, где буду гулять. Если получится, ну, наверное, вряд ли будет время погулять где-то. Тоже запущу, может быть. И попробую, если получится, саму игру постримить на канал. Если получится. Вот. В принципе, вот так вот по стриму будет. Как-то-тяк. Нет, тематический стрим на E5 не хочу делать. Я делал на Удисе там и так далее. Я делал, потому что там модернизация не была прокачана. На E5 прокачана, поэтому неинтересно. Надо откатываться назад, они будут сейчас выпушивать семечку нашу. Я разменяю в любом случае. Я в любом случае буду разменивать. Только вот как это сделать более грамотно, если они сейчас меня втроем будут просто выпушивать, я же ничего не сделаю им. Абсолютно. Ну да, они будут втроем. Мне нужна тут какая-то хелпа. Минимальная. Если заберут Ягу, будет очень круто. Блин, Ягу заберите, Привет. пожалуйста. Я правильно понял, мы бухаем в четверг. Кейтер, спасибо за 5 сотен. Фиг его знает. Но единственный день, когда я буду более-менее свободен, это, скорее всего, как раз таки, это, скорее всего, четверг. Вот. Поэтому как-то вот так вот. А он там что делать собирается вообще на этом тунчесе, я дико извиняюсь. На, по башке 900. Я не знаю, куда он там собрался ехать.
Вот. Но куда-то... На, 900 торты. Слышишь, что у меня 12500 суммарки. Ну вообще, хейтер, мы хотим где-то собраться вечерком. Часов 10 вечера. Мы хотим собраться где-нибудь в какой-нибудь кафешке, я не знаю, какой-нибудь посидеть, чисто покушать. Так, чисто на лайте. Вот. Ну, короче, на лайте чисто посидеть. Вот. Как-то так. Поэтому, я думаю, можно будет подтянуться тебе, если захочешь. Так, ну, блин, тут сложно на самом деле. Очень сложно понимать, что делать. Потому что я не знаю, где 28. Чтобы вы понимали, у меня 12500 суммарки фулл ББшки. Если что, это фулл ББхи. Ты брал 100% ВК? Да, я пробовал брать, доходил до 96, где-то 97 максимум. И потом обратка шла, короче, забил хер. Я не знаю, где 268, в этом проблема вся. А, вон он. А я ничего ему не сделаю. Он стоит лбом сюда. А у нас 2 минуты осталось. Блин, а мне нужно типа пытаться как-то в лоб, но там какой-то нормальный чел походу играет. Я так понимаю. Бля, у меня 2,5 минуты, надо что-то делать. Пош на базе стоит. На 3 шестерки. Понятно, опять в фильменной, а где остановитесь примерно? Напиши, я подтянусь. Чел, ты можешь попасть хотя бы? Пиздец, он просто упоролся, иди нахер. Просто иди нахер. Зачем ты упарываешься, чувак, блин? Зачем ты упарываешься, родной? Зачем ты упарываешься? Зачем ты даешь танк, my friends? My friend, зачем ты даешь танк просто так? Зачем? My friends! Где остановимся примерно? Где остановимся? Короче, я прилетаю где-то в 12 дня, потом еду в отель. Отель называется... Блин, еще вспомнить, как он называется. Интер там что-то 5 звезд какой-то. Не помню, как называется, бляха-муха. Блин, надо смотреть. Надо смотреть. Сейчас могу точно сказать, какой. Так, подожди. Сейчас скажу. Так. Интерконтиненталь отель называется. Интерконтиненталь. А, хейтер же обещал, блин. Точно, хейтерочек же обещал, когда я буду в Москву, блин. Так сказать, свозит какой-то элитный ресторанчик, блин. Точняк, блин. Кто там говорил, проставляться будет? Гребаный ты сырочек, блин, а? Эй! My friend, this is very, very... Давай, блин, давай залетать что-нибудь, блин. Какой-нибудь заряженный, блин, ресторанчик. Короче, у меня к вам вопрос, чат. Вам как бы вообще срать, что я дал 14 тысяч суммарки, при этом 10 тысяч плюс урона на ББшках?
Вам реально на это срать? Типа, почему у Джова, если он дает 5000 урона, если Джов дает 5000 урона, почему, когда Джов дает 5000 урона, у него чат взрывается? Вау! Вау! Почему, когда я даю 14 тысяч суммарки и 10 тысяч плюс урона на ББшках, не использовав ни одной голдинки, мне, моему чату просто похуй. Им просто поебать. Они даже не обращают на это внимания. Я этого не понимаю. Я этого просто не понимаю. Типа, просто, ну, челам... Я сделал, блин, 14к суммарки, а у меня в чате, ну, как ничего не было, так никакой... Как... Ну, ноль реакции, ноль.